В женском одиночном разряде победа корейской девушки Юна Ким была не то чтобы неожиданной, но после короткой программы не выглядела стопроцентной. Но как только она прыгнула свой первый каскад 3-3 и сделала несколько таких элементов, которым даже мужчины могли бы позавидовать, остальным участницам пришлось склонить голову. Корейская спортсменка Юна Ким. Победа практически в одни ворота. Не хватило разве что персонального рекорда. Так как она не прыгнула луц, то вот как раз этих 6 баллов-то и не хватило для общего рекорда. А так, в произвольной программе она добилась нового достижения. Thank you.
Чудесная спортсменка Юна Ким. Бронзовый призер чемпионата мира. Девушка, которая прогрессирует